Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вас познакомить с инвестиционной компанией Majesty Crown – «Магическая корона». Majesty Crown – компания, зарегистрированная в Англии. Основной задачей компании является создание прибыли для своих клиентов путем выявления и приобретения торговых активов, которые обеспечивают значительный рост для вложений и их возвращения с прибылью. Компания предоставляет своим клиентам доступ к хорошо диверсифицированному портфелю международных акций, облигаций, Форексу и других ценных бумагам. Сами по себе эти рынки в значительной степени не всегда доступны для индивидуальных инвесторов, потому что это обусловлено как и определенными серьезными знаниями, которыми должен обладать инвестор, так и финансовыми возможностями, которые он должен иметь. И многие инвесторы не имеют суммы денег, чтобы купить лот ценных бумаг или вложить какую-то большую сумму в Форекс. А нескольких сотен долларов недостаточно для того, чтобы принимать участие, серьезное участие в каких-то серьезных инвестиционных проектах. Но компания Majesty Crown предоставляет такую возможность, и таким образом вместе с компанией даже не очень крупные инвесторы могут себе позволить участвовать в мировом рынке инвестирования без особых рисков, осложнений и возможность работать на рынке инвестиций. Как я сказала, компания зарегистрирована в Англии. У компании есть определенный адрес. Ее адрес регистрации Saint-Martin-le-Grand, 16, Лондон, Объединенное Королевство. Название – финансовая интернет-компания. Документы регистрации этой компании вы можете посмотреть на сайте компании. Итак, с документом, который свидетельствует о регистрации компании, мы можем познакомиться, нажав вот здесь. Вот здесь сертификат, в котором указан номер регистрационной компании, название компании и что она зарегистрирована в Англии, в Уэльсе. Кроме того, давайте рассмотрим сайт компании. В правом верхнем углу мы видим обращение на главную страницу, регистрационную форму и суппорт, то есть то место, куда мы можем обратиться с какими-нибудь вопросами в письменном виде, или онлайн-суппорт, то есть куда мы можем позвонить и где нам ответят, если мы хорошо говорим на английском языке. Компания имеет несколько степеней защиты своего сайта от DOS-атак. Вот здесь указаны все сертификаты защиты компании. То есть, видите, компания имеет сертификат Комода. Мы можем посмотреть этот сертификат. Вот он, этот сертификат. В нем указаны все данные сайта, адрес, на который этот сайт зарегистрирован. То есть все эти вещи вы можете просмотреть и убедиться, даже написать email, на email администратору сайта. То есть все эти данные открыты и доступны. И давайте рассмотрим, какие же еще есть разделы на этом сайте. Home – это домашняя страница. На ней указана самая главная информация, то есть инвестиционная программа, которую нам компания предлагает. Хочу сказать, что весь сайт написан на английском языке, так что те, кто хорошо владеет английским языком, могут его прочесть. Кто не очень хорошо им владеет, могут воспользоваться переводчиком Google или каким-нибудь другим переводчиком. About Company – это информация о компании, о ее целях, возможностях и так дальше. Значит, How to Invest – как инвестировать. То есть здесь нам указываются платежные системы, с которыми работает данная компания и которыми мы можем воспользоваться для того, чтобы произвести инвестиции в этой компании. То есть это платежные системы Solid Trust Pay, Liberty Reserve, Perfect Money и Ego Pay. Регистрационный аккаунт. Ну, это он у нас дублируется. Он у нас в правом верхнем углу, как мы видели. И здесь тоже. Давайте на нем остановимся. Здесь все очень просто. Имя, раздел Name, в котором мы указываем имя и фамилию, свой email-адрес, желательно Gmail, повторить Gmail-адрес, секретный вопрос, который мы пишем на английском языке, секретный ответ. Пишем свой адрес, улица, дом, квартира через дефис, city, город, где мы живем, state, область или край, zip, почтовый индекс, country, страна, username, то имя, под которым мы будем заходить в аккаунт,
паспорт, свой пароль и продублировать свой пароль. В самом последнем разделе мы указываем платежную систему, точнее кошелек на платежной системе, которой мы будем пользоваться. То есть, если у вас есть кошелек на платежной системе Liberty Reserve, Perfect Money, Solid Trust Pay или Ego Pay, вы указываете здесь номер своего кошелька. Если у вас есть несколько кошельков, вернее, на разных платежных системах, то вы можете указать свои кошельки на разных платежных системах. Внизу вы ставите галочку, что вы ознакомлены с условиями работы, и нажимаете Submit. После этого вам на e-mail придет сообщение, что вы зарегистрированы, и вам нужно будет по ссылочке перейти, чтобы подтвердить, что вы действительно зарегистрированы в проекте Magic Crown. Что мы видим еще? Our plans. Эта компания указывает свои планы. То есть это нам дублирует информацию с главной страницы. Существует 4 плана инвестиционных. План стандарт, advanced, premium и royal. Все зависит от того, на какую сумму вы заходите. Все планы рассчитаны на 90 бизнес-дней. То есть действие депозита 90 бизнес-дней. Это рабочих дней, не путайте с обычными днями. То есть, если это 90 бизнес-дней, то это получается порядка 4 месяцев, на которые рассчитан срок работы депозита. Каждый день у вас в зависимости от суммы, на которую вы входите, будет начисляться соответственный процент. Вы с этим потом можете познакомиться. Кроме того, система предлагает вариант компаудирования или компаудинга. Это начисление сложного процента. Вы можете поставить компаудинг 0 и с первого дня выводить все деньги, которые вам будут поступать. Либо же поставить какой-нибудь процент компаудинга от 1 до 100. И, соответственно, этому проценту, тот процент, который вы укажете, будет начисляться вам с заработанных денег на депозит. И вторую часть этих денег вы сможете выводить. То есть, если вы решите реинвестировать все и поставите компаудинг на 100, то при вкладе в $100 по окончанию 90 дней у вас вы с депозитом вместе заберете вот такую вот сумму – $1702. Если вы решите компаудировать только 50% реинвестировать, соответственно, сумма, которую вы заберете в конце – в конце действия депозита будет $734, а 50% заработанной суммы вы сможете выводить по ходу работы вашего депозита. Вы с этим всем можете ознакомиться самостоятельно. Следующий раздел – наиболее задаваемые вопросы и ответы. Вы это все сможете посмотреть, пользуясь переводчиком. Terms and conditions – раздел о конфиденциальности. Rate us. Это здесь указываются рейтинги компании в разных аналитических, на разных аналитических сайтах, которые анализируют подобные проекты. И support. Это еще раз вариант обращения в службу поддержки, которой вы можете воспользоваться. То есть здесь вы пишете свое имя, свой email, свой телефон, можете его, в принципе, не писать, достаточно будет имени и имейла. Департамент, то есть та служба, в которой непосредственно вы задаете вопрос, то есть это генеральный вопрос или вопрос о вашем аккаунте, или технические вопросы, или вопросы о инвестициях. То есть вы указываете, пишете сам само обращение, обращение пишется на английском языке, нажимаете на Submit, и на электронную почту вам на протяжении 24 часов придет ответ, но, как правило, он приходит часа через 2-3. То есть 24 часа ждать не приходится. Кроме того, здесь есть еще разделы о компании Majestic Crown, о инвестиционных планах, департаментах этой компании, реферальная программа, которая здесь составляет 5% от ваших от вкладов ваших рефералов. Указываются обменники, через которые вы можете обменять деньги для ваших платежных систем Perfect Money или Liberty Reserve.
Ну и другая информация, с которой вы можете познакомиться уже по ходу вашего ознакомления с бэк-офисом. Вот еще раз вы видите, что на сайте указано, что сайт защищен сертификатом Комода, то есть сертификат, защита, которая оберегает сайт от досовских атак. Сейчас мы вот это вот раздел указывает нам о том, что в данный момент на сайте находится 2166 посетителей, что всего на сегодняшний день на сайте зарегистрирован 21 765 компаньон этой компании. Здесь указываются документы, номер компании, которую компания получила при регистрации. В общем, все эти данные, они доступны, вы можете со всеми ними познакомиться. Давайте зайдем в аккаунт и посмотрим, что же нам предлагает аккаунт. Вот мы вошли в аккаунт. В аккаунте указаны наши username, дата при регистрации, время, когда мы были зарегистрированы, сумма, которую мы вложили, и проценты, которые мы получили на нашу сумму. Мы зарегистрировались, зашли в свой аккаунт, и теперь нам необходимо сделать депозит. Мы заходим в раздел «Депозит». Здесь нам еще раз напоминает, какие существуют планы для того, чтобы приобрести этот депозит. И в данном разделе нам говорит, что минимальный вклад $20, предлагает нам, какой платежной системой мы будем пользоваться. Например, если это будет Perfect Money, то мы ставим галочку напротив Perfect Money и нажимая на клавишу Invest. И далее, следуя по предложенной схеме, мы можем оплатить свой депозит. Когда мы сделали свой депозит, на следующий день, то есть через 24 часа от того момента, когда мы внесли сумму на депозит, нам будут начислены наши проценты. Все финансовые операции, которые происходят на сайте, о всех финансовых операциях, которые происходят на сайте, нам приходят сообщения на нашу почту на e-mail. Единственное, вы проверьте, пожалуйста, когда вы будете регистрироваться, когда вы будете заводить деньги, вы проверьте, чтобы ваша почта не приходила в папку спам. Ну вот я вас познакомила с аккаунтом этой компании. Хочу сказать, что хотя компания на рынке недавно, у нее очень серьезный потенциал. Если посмотреть аудиторию тех стран, которые принимают участие в этой компании, то она очень разнообразна. Там присутствуют такие страны, как и Соединенные Штаты, и Великобритания, Китай, Пакистан, Индонезия, Индия. То есть страны, которые имеют и серьезные финансовые возможности, и большой человеческий потенциал. Поэтому компания имеет все шансы вырасти в крупную компанию. Уже на сегодняшний день вы сами можете убедиться, что в компании зарегистрировано 21 тысяча человек. Это практически за 2 недели существования компании. И компания только растет. Компания пришла на этот рынок не на 1 и не на 2 года. Ее домен зарегистрирован на 6 лет. Учитывая те степени защиты, которыми пользуется компания для защиты своего сайта, можно сделать вывод о серьезных намерениях этой компании работать, что компания Majesty Grow будет не один год на нашем рынке и даст нам возможность заработать вместе с ней серьезные деньги. Благодарю вас всех за внимание. С вами была Марина Голдыч. С вопросами обращайтесь на мой Skype. До свидания.